Случайно оказавшись рядом, первыми пришли на помощь. На Можайском шоссе легковой автомобиль залетел на разделительный трос и едва не перевернулся. Сотрудники полиции отреагировали без промедления, эвакуировали пассажира и водителя. Сзади сидела гражданка пожилая, лет 65. Мы ее вытащили на обочину дорогу и, соответственно, водителя. Остановились, как раз мимо приезжала скорая. Скорую остановили тоже, соответственно, им помощь оказали. Открыли капот, оценили аккумулятор, чтобы машина не зажилась. Времени на раздумья не было, вспоминает Сергей. Действовал автоматически. Уже 18 лет он доблестно служит в первом отделе полиции. За добросовестное выполнение служебных обязанностей вместе с коллегами получил заслуженные награды. В нашем округе за прошедший год достижений в правоохранительной сфере было немало. Больше всего направлено уголовных дел категории тяжкие, особо тяжкие, больше всего в Московской области. Самое большое количество лиц привлечено к уголовной ответственности. Выявлено и направлено в суд превентивных составов, составов в сфере миграционного законодательства. Также хочу отметить, задокументировано, направлено в суд два преступления по статья 210 – преступное сообщество, что является таким редким и особо опасным составом. Они патрулируют улицы, следят за порядком, предотвращают и раскрывают преступления, обеспечивают безопасность на культурно-массовых мероприятиях. А впереди 24-й год, который сам ответственный перед нами ставит задачу – это выборы главы государства. Нам нельзя расслабляться. Но, учитывая ваш такой задор, то, что вы и штурманы, и показываете прекрасные результаты, мы уверены, что в 2024 году со всеми задачами вы справитесь. Усовершенствовать свои навыки, вовремя учитывать и прорабатывать недочеты – главное напутствие сотрудникам полиции о старших коллег. Если учесть пожелания, результаты в наступившем году будут еще лучше. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».